Добрый день, дорогие друзья! Я хочу вас познакомить с прекрасным рецептом приготовления напитка для восстановления кислотно-щелочного баланса. Он называется кальмак. Мы его используем при высоких температурах. Очень хорошо для тех, кто часто ходит в баню, кто делает соленые бочки. Очень удобно его использовать, когда вы капаете раствор солодовниковый. То есть, что для этого нужно? Два вида воды подходит. Смирновская и славяновская. Здесь меньше всего минералов. Теперь нам нужен один пакетик сульфата магния, 4 таблетки глюконата кальция, сок одного лимона. И для удобства мы используем измельчитель и вот эту всю посуду, чтобы не забрызгать все. Что сначала делаем? Сначала измельчаем 4 таблетки. Вот я измельчила. И теперь эти 4 таблетки мы должны обязательно загасить соком одного лимона. То есть у нас получается гашеный, да? Вот мы использовали сок одного лимона. Добавляем сюда измельченные таблетки. Смешали. Оно постепенно будет там во флаконе растворяться. Отливаем один стакан для удобства отдельно. Потом его можно будет залить, чтобы здесь все у нас не залилось. Добавляем сначала это сюда. Теперь добавляем 1 столовую ложку. Я вот сюда заранее налила. Насыпала сульфата магния. Не целый пакетик, где 25 грамм, а 1 столовую ложку. И вот сейчас у нас может начаться реакция, поэтому надо будет быстренько закрыть. Полилось. Теперь, когда она настоится немножечко, мы добавим сюда то, что мы... Опять сначала мы принимаем энтеросгель, 1 столовую ложку на стакан воды, а минут через 15-20 должны начать пить вот этот кальмак. Кальмак, когда весь выпивается, только после этого, если это ночь, на ночь выпивается стакан соды. То есть, заключение, что мы делаем? Кальмак. Кальций, магний для восстановления кислотно-щелочного баланса. То есть нам нужен, опять повторяем, сульфат магния, глюконат кальция, вода, сок одного лимона. Все это используется. Принимайте, можно в баню. Кто любит ходить в баню, берет с собой этот напиток и прям в парной принимайте. Очень хорошо, вкусно и полезно. Спасибо.